находятся два музея. Этот музей истории немецких войск здесь, в Винсдорфе. Почти 40 лет здесь были войска кайзерские и вермахта. И здесь, с другой стороны, находится этот музей «Красная звезда». Здесь мы показываем 49 лет истории советских войск Германии. Good. Благо. История группы. Все эти сортиры. Здесь такие доски. И показываем все события, которые были во время холодной войны, планы Европы и структуры, изменения структуры группы войск. И в конце здесь последняя диалета, потом после объединения Германии все эти соотношения. Но нам подарили на открытие музея мундир. Мундир? Мундир. Да, еще этот мундир нашего господина Семеновича, чешский. И потом у нас еще солдатский тоже есть. Такое деревание, какое они. Панорама находится на Щуков. Ну, это крупный такой. Да, да. 32 метра длиной и 8 метров высотой. А вы когда собираетесь в Москву, если не секрет? Следующий раз, ну, как не знаю. Угу. Можно будет какие контакты все-таки с вами иметь, да? Наш господин Зиманович сейчас.